Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. В феврале месяце я приобрел в магазине ДНС такой видеорегистратор за 6000 рублей. Называется Mio R46. Вот. А у него всего передняя камера, задней камеры нету. Вот, то есть это видеорегистратор с GPS-информатором. То есть он будет говорить о стационарных камерах, которые стоят на дороге, при помощи GPS-приемника. А GPS-приемник он крепится отдельно на лобовое стекло. А само зеркало устанавливается на штатное зеркало при помощи резиновых стяжек. Есть еще второй комплект дополнительных резиновых стяжек. Сейчас буду показывать, что там есть. Коробка такая стильная, даже можно кому-то подарок сделать, кто там автомобилист, кто не имеет такой регистратор, допустим. Вот. Коробка такая жесткая, хорошая. Бывает мягкая коробка, а здесь коробка жесткая. Сейчас посмотрим, что за агрегат. Так. Здесь у него зеркало такое. Но зеркало не такое уж большое по сравнению с тоже видеорегистратором в зеркале. Называется Digma Mirror 303. Там зеркало чуть подлиннее. Здесь зеркало буквально на 2 сантиметра покороче. Так, сейчас его вытащим. Так, вот резиночки я уже установил, вот эти устанавливаются. Здесь вот специально, чтобы не подпортить штатное зеркало, такие наклеены, такие, какая-то бумага наклеена. Значит, здесь у нас находится динамик, микрофон. Где-то у нас здесь вот микрофон, дырочка для микрофона находится. Всего 5 кнопок. Вот, и все написано. Сверху мы видим разъем для питания, вот этот толстенький. Карту памяти вставляем. И для GPS этого приемника есть вход. Вот, по-моему, вот этот вот. А это вход для дополнительной камеры. В комплект камеры дополнительная задняя не входит. И она говорит, покупать ее, докупать надо отдельно. Есть моделька Mio R47, там уже есть встроенная дополнительная камера, но он, я думаю, стоит еще дороже. Так, что еще там? Так, комплектация какая? Значит, комплектация простая, это обычный прикуриватель, его можно проложить вокруг, ну, спрятать этот провод под обшивку автомобиля. Вот здесь вот никакой не бывает такой двойной, а здесь он просто одинарный. Все, значит, есть. Это у нас GPS-приемник. Вот этот штекер вставляем непосредственно в сам этот видеорегистратор, а GPS-приемник крепим на лобовое стекло. Вот, он будет ловить спутники. Также есть второй комплект крепежных резинок на всякий случай и инструкцию пользователя, руководство пользователя. Все здесь написано, все здесь на русском языке, как все его пропускать. Видно, что провод вот так вокруг пропускается. Вот приемник устанавливается снизу. Вот здесь вот у лобового стекла вот тоже так же прятается. Вот. С правой стороны приемник. Некоторые сверху крепят его. Видите, здесь нарисован он должен снизу крепиться. Вот. Ну и все там настройки. А единственное, что мне не понравилось. Мне не понравилось то, что этот видеорегистратор в зеркале, то есть вот он, ой, блин, чуть не слетел, не по, вот. Здесь вот у него линза вот такая, видно, она вот немного ходит в разные стороны, видно, что, да?
Вот, он звук и видео записывает хорошо. А на самом аппарате звук записывается. То есть, когда мы ставим на воспроизведение, звук хорошо воспроизводится. Беру эту карту памяти, вставляю картридер, ноутбук. Видео идет, а звука нет. Не знаю почему. Вот такая неприятность. Хотелось как бы записывать как бы это видео и как бы выкладывать на Ютубе со звуком. Но придется без звука. Вот такая, может быть, не знаю, кодек какой-то здесь другой стоит. Поэтому как-то звук это не воспроизводит. То есть, понятно, да? Такой видеорегистратор. Вот здесь все клавиши, куда что направлять. То есть вставлять можно вот этот, по-моему, сюда вставляешь. Сюда уже не вставишь. Сюда вставляем вот этот штекер. Видите, даже специально вставлять, а сюда уже этот штекер не влезет в это отверстие. А здесь карту памяти. А, карта памяти написано 256. Но я такую не нашел, я только нашел на 64. Ну, 256, она что-то штук 5, наверное, стоит. Смысла нет покупать ее. Пускай на 64 постоит. Раньше же пользовались на 32, там, карты памяти шли в таких регистраторах. Вот такой регистратор. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я не буду его запускать, там в интернете полно этих запусков, все показывают там, все, что одно и то же показывает. Просто показал, какая комплектация там и что в нем есть. Вот, сейчас мы этого сюда его забацаем. Вот, жалко, что это не наклеенное. Обычно на стекло наклеивается специальная заклеивающая штучка. Но здесь, видимо, вот этот поролончик сюда вставляется, все. Вот, Mio R46. Ну, я говорю, вот звук он хорошо записывает. И на самом регистраторе его можно услышать. А когда вытаскиваю эту карту памяти, вставляю в ноутбук, звука нету. Почему-то. Не знаю почему. Ну ладно, на этом обзор заканчиваем. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, там дизлайки. Всем пока-пока. Приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.